Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня я хотела вам показать, как сделать подкормку из крапивы. Супер подкормка. Она подходит и для помидор, и для перцев, и, ну, поливайте, что хотите. Вот мы берем топорик, берем крапивку, вот так вот порубим ее, всю складываем в ведерочко. Ну, крапивы надо примерно пол ведра, чтобы замочить ее. Так, ведро заливаем. Берем пакетик дрожжей. Показывай. Пакетик дрожжей берем. Высыпаем сюда вот весь пакетик. И ставим это все на неделю. Полное ведро воды наливаем. Ставим на неделю. Оно пока будет доходить. Но вот у меня здесь уже, посмотрите, я здесь уже сделала себе побольше, чтобы на все хватило. Вот у меня, посмотрите, тут у меня крапива с дрожжами. Вот видите, какое получилось месиво. Это буду заливать все. Будем поливать. Супер удобрение для помидор, баклажан, перцев и так далее. Запах, конечно, у него не очень, но результат отличный. Ну вот, посмотрите, как мы все это. Вот видите, какая зеленая масса. Вот. Ну, и поливаем помидоры. Ну, а на сегодня все. До свидания. Подписывайтесь на мой канал, кому интересно, и расскажу еще что-нибудь. Пока.